у нас был ролик, что роды или операция будет совсем другая, в зависимости от того, врач какое кино смотрел накануне. Сериал для женщин или ролик меняю? Что ты делал, блин, вечером? У нас Малахова познакомилась с профессором, помните, гинекологии, да, который как раз вот с родами связан. И он, она в книжном работает, и он все время регулярно два раза в месяц приходит за какими-то книгами серьезными и реально их читает. Там, в частности, однажды вернулся, вы мне один том не доложили, в котором то-то, то-то и то-то должно быть. Ну там вот он всякие, ну там, про Византию, например. Ну то есть не романы, не художественное произведение, а вот такое вот, типа. Ну, и вот он считается лучшим профессором по гинекологии. А читает историю. А читает историю, так сказать, труды какие-то там. И у него роды это, получается, проходит легко.